Здравствуйте всем! Меня зовут Людмила Костенко, и сегодня мы с моим мужем Павлом приготовим для вас очень вкусное и полезное блюдо. Во-первых, у нас будет рыбка с яблоками, зеленые яблоки, это у нас ужин, но яблочко зеленое. У нас будет супчик с брокколи и шпинатом, и яйца, приготовленные на салфетке. Почему именно на салфетке? Мой Павлик сейчас вам все расскажет. Пожалуйста. Здравствуйте всем. Пришел мой Павлик, который будет все рассказывать. Ну, во-первых, сегодня мы будем готовить в эксклюзивной посуде, которая это бренд iCook от компании Amway. Прежде чем начинать тут видео, мы немного общались с дамами, которые тут присутствуют. Их не видно в кадре, но они, поверьте, есть. И я чуть-чуть так рассказывал, что с помощью этой посуды можно создавать кулинарные шедевры. Обыкновенные, как мы говорим, отварить яйца, действительно можно из этого сделать кулинарный шедевр, вы сегодня увидите, насколько это намного полезнее и лучше. Чем замечательна эта посуда? Во-первых, и это самое главное, я считаю, что в ней можно приготовить намного полезнее блюда, и которые отличаются по вкусу от традиционной готовки. И что самое главное, я сказал, да, намного полезнее. Почему? Потому что эта посуда, сейчас я вам покажу, сохраняет намного больше витаминов и минералов. Я не знаю, как оператор, там видно? Да. Этот плакатик. Отлично. Отлично. Посмотреть вот на эту диаграммку, здесь на плакатике есть нарисовано, например, бобовые. Насколько сохраняется цвет при приготовлении в посуде iCook и насколько сохраняется цвет при обыкновенной варке. И насколько много полезных витаминов и минералов сохраняется при помощи iCook, если мы готовим в этой посуде, будем говорить так, и сколько при обыкновенной. То есть разница очень большая, покажу всем, разница очень большая. Поэтому эта посуда дает более здоровую пищу, мы можем насыщать себя витаминами и минералами. Тем сохранять все полезное, что есть, что дала нам природа. Еще какое преимущество этой посуды? То, что она может экономить наше время. В чем вы сегодня увидите? Намного быстрее все готовится. Мы сейчас говорили, что мы будем делать рыбу, и это в течение 5 минут рыба готова. Сразу вопрос такой, вау, как 5 минут и все? Да, вы это все увидите. Мы экономим время. Помимо времени, если одновременно готовить много блюд, мы можем экономить место на плите. За счет того, что эта посуда дает возможность многоэтажной варки до 5 слоев. Да. Еще преимущество. Эта посуда работает на любой плите, то есть из существующих сегодня. Это индукционные, это электрические плиты, газовые плиты, то есть она подходит до любой плиты, так что можно не переживать, можно смело покупать и учиться пользоваться. Почему я говорю учиться пользоваться? Потому что есть определенные нюансы, как в ней готовить. Я говорил, что сохраняются витамины и минералы, и за счет чего? За счет того, что самой конструкции кастрюли. Давайте подойдем к самой конструкции, из чего они изготовлены. Это, как мы привыкли говорить, медицинская сталь. Она безвредна для организма. Многослойное дно, многослойные стенки, довольно-таки тяжелая увесистая посуда. Система приготовления, распределение тепла называется OptiTemp. Что оно дает? Практически на свече можно на сковородке пожарить яйца, или даже если вода сможет закипеть слегка, можно приготовить гречку, кашу,
на одной свече. И это все будет равномерно прогреваться. Я честно скажу, я это делал. Я маленькая, где наша маленькая сковородка? Вот, в такой маленькой сковородочке я пожарил 3 яйца на обыкновенной свече. Ну, которую свечу люди обычно зажигают в доме для запаха. И они равномерно прожарились красиво. Так. Скажу, что некоторые даже рассказывают, что на горячем песке можно пожарить. Я не пробовал. У вас не настолько жарко, это, наверное, надо ехать на Флориду или в Тексас. Там можно попробовать. Что дает система OptiPen? Вот, я покажу такой плакатик. Это традиционные сковородки и посуда, будем говорить так, где идет, если газовая горелка, обычно высокая температура в центре, а по краям все холоднее, холоднее и холоднее. И получается, что во время жарки или приготовления нам нужно постоянно мешать, потому что центр горит, а края не готовятся. Система OptiTemp — это смесь различной проводимости металлов, которые заложены в дне нашей посуды, разной проводимости, так я сказал. Металлы разной теплопроводимости. И за счет того их правильно соединили, и температура распределяется равномерно, независимо от источника тепла, откуда идет. Даже если на краю кастрюльки поставить источник тепла, то есть дно все равно будет равномерно прогреваться и будет готовиться. Это вот особенности кастрюли. Как сохраняются витамины и минералы? Это система приготовления Vitalac. Это соединено два слова. Витамины и лак-замок. Закрываю витамины. Как оно происходит? Сама кастрюлька, вот выемка кастрюльки и крышка настолько отполированы и подогнаны друг до друга. Это, как я привык говорить, это прям космические технологии. Настолько плотно прилегает, что при минимальной воде происходит испарение. Я покажу сейчас это все на плакатике. У меня это все есть наглядно. Вот. Мы заливаем кастрюльку, залаживаем свои продукты, заливаем минимальное количество воды. Вода испаряется, ударяется о крышку и происходит самоорошение. То есть процесс идет. Вода испаряется, ударяется и происходит самоорошение. И наши продукты, овощи, фрукты, получается, практически готовятся в собственном соку. Они отличаются по вкусу от традиционной варки. Я обычно показываю еще один опыт. Мне надо горячая водичка. Сейчас вам покажу этот опыт. Почему именно мы готовим так и чем это полезно. В процессе, когда испаряется водичка, между крышкой и кастрюлькой образуется водяной затвор. Вот капельки водички и крышка, вы это сегодня увидите, ее можно прокрутить, вот тогда образовался водяной затвор, и как бы витамины, минералы и продукты сами замыкаются внутри и готовятся типа как в печи. Вот, это преимущество этой посуды. И если чуть-чуть сказать о наших сковородочках с антипригарным покрытием, они позволяют готовить, обжаривать наши продукты без или с минимальным количеством растительного или этого, сливочного масла, или практически вообще. Мы практически не используем растительное масло. Если мы утром готовим яичницу, то это просто сухая сковородка. Если мы делаем блинчики, это просто сухая сковородка без добавления растительного масла в тесто там. То есть вы увидите, мы сегодня будем делать рыбу тоже без растительного масла, просто на обыкновенных яблоках. Я думаю, что ассистент мне поможет сейчас сделать яблочки, чтобы это мы все могли уже залаживать. А я покажу еще, почему экономия воды, или будем говорить, минимальное использование воды в этой посуде полезно для нас. Так вот, есть у нас кипяточек, есть у нас чай. Это так мы обычно делаем. Ой, какой он классный. Какой-то
жалко, вкусный чай. Какой-то у нас фруктовый. Это травяной чай какой-то. Сильно вкусно, вкусно пахнет. Вот, я хочу вам показать вот такую историю, такой опыт. Вот мы сделали чай. Все знают, что чай очень полезный для организма, да? А теперь скажите мне, пожалуйста, где есть ценность? Здесь или здесь? В жидкости или в пакетике? Где есть ценность? Ну, для организма человека. Ну, конечно, в жидкости, правильно? Мы заварили чай, это мы что делаем? Выбрасываем это, а это мы пьем и наслаждаемся вкусом и теми полезными свойствами, которые есть в чае. Но когда мы варим, например, винегрет, что мы делаем? Наливаем воду, налаживаем туда картофель, морковь, это все, свекла, это мы все варим. Потом это выливаем, все, что полезное, а это все съедаем. Так вот, если мы используем минимальное количество воды и продукты готовятся в собственном соку практически, у нас остаются все витамины и минералы, которые присутствуют в овощах, и мы кушаем. Начинаем готовить. Оператор, давайте камеру на плиту и будем показывать, как мы готовим.